Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Чиновники рассказали, почему не хотят замораживать сбор платы за капремонт. Прекратить на год присылать кировчанам счета предложил депутат УЗС Павел Дорофеев. По его мнению, неизрасходованные фондом капремонта деньги, это почти 2,5 миллиарда, могли бы работать на экономику. Кировчане тратили бы их на покупки, развлечения, платили бы за оказанные услуги. Министр строительства Игорь Селезнев уверен, что счета фонда тоже хорошее место для денег. Почему тогда не предлагаете отменить уплату налогов и всего прочего? Это накопленные деньги, которые будут использованы в дальнейшем. То, что они обесцениваются, они не обесцениваются. Потому что договора банковского счета составлены таким образом, что как минимум капитализация там идет. Работы ведутся, работы не остановлены. Да, есть определенные моменты. Потому что топ-менеджмент фонда на сегодняшний день находится на больничных койках. Но это, к счастью, проходящее. Работа будет восстановлена и организована более эффективно с точки зрения и клиентского обслуживания, и расчета ведения, ну и, соответственно, финансового и строительного менеджмента. Тем не менее, в этом году выполнить фонду планы точно не удастся, считает главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенев. Во время заседания УЗС он отметил, что из 800 домов, которые стоят в планах на 2021 год, отремонтировано за полгода 10%. Для 2/3 из них до сих пор не найдены подрядчики, да и найденные проводить ремонты отказываются из-за возросшей стоимости строительных материалов. Губернатор поручил откорректировать сметы, но делать это фонд начал только сейчас. Программа «Экономика». Льготная ипотека помогла застройщикам распродать 37% нереализованного жилья в Кировской области. Она стала основным стимулом спроса на жилье в 2020-2021 годах, говорят в правительстве. За время действия программы в области выдано более 4000 кредитов по льготной ставке. Федеральные власти собираются продлить программу и выделить на нее 90 миллиардов рублей. Ставка, правда, станет выше 7%. Предельная сумма кредита будет ограничена 3 миллионами. Предполагается, семейная ипотека по ставке 6% с лимитом по кредиту в 6 миллионов и в 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Экономика на 101 FM. В Кировской области создают агрокластер. Это будет 5-й кластер в регионе. О его учреждении договорились главы нескольких крестьянских хозяйств. В составе кластера они рассчитывают оптимизировать издержки на продвижение продукции и начать выходить на электронные торговые площадки. Участниками могут стать малые и крупные предприятия, а также учебные заведения. Подобные образования есть в разных регионах страны. В Новгородской области в сфере переработки продуктов растениеводства и животноводства, в Ростовской объединились переработчики и производители молока. В Татарстане есть пищевой кластер. Экономика. В завершение о валютах на сегодня. Доллар 72 рубля 22 копейки. Курс евро 85,99. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.